Задумывались ли вы, почему женщин в бизнесе намного меньше, чем мужчин? Почему в бизнес-школах до сих пор применяют мужскую модель поведения на пути к успеху? Неудивительно, что большинство женщин так и не достигают успеха, ведь женская модель поведения кардинально отличается от мужской. И в этом весь секрет. Природа создала женщину, чтобы получать удовольствие от жизни, быть обаятельной, счастливой, красивой, женственной. Кроме того, в нас уже заложен магнетизм успеха. Но без этих качеств мы можем просто превратиться в мужчину-завоевателя. И как следствие, внутренний конфликт, проблемы со здоровьем, во взаимоотношениях, постоянный стресс. И в итоге женская сущность остается нереализованной. Мы не должны следовать мужской модели успеха. И именно это послужило главной идеей создания женской школы успеха. Это не просто школа. Это личный опыт и результат ответов на тысячи вопросов женщин из сотен стран мира. Это 15 лет взлетов и падений, ошибок и побед успешных бизнес-вумен, вместе с которыми мы учились добиваться успеха, используя не только классический подход бизнес-школ, но и древние учения, женский шаманизм, астрологию, биоэнергетику, сансоэзотерическую психологию и другие знания о женской энергетике. Все материалы уже доступны в режиме онлайн. Уже 15 лет я провожу живые тренинги в Америке, в Европе, в Латинской Америке для более 2000 женщин. Наша задача в достижении успеха в бизнесе – не забывать про личное счастье, любовь, призвание, развитие и, конечно же, правильный отдых. Потому что именно правильный отдых, где природа помогает нам восстановить и набрать энергию через специальные ритуалы, является еще одним нашим маленьким секретом на пути к успеху.